Клево всем, друзья. Сегодня я на платном водоеме в районе озер Краснодара. Приехал половить небольших карпиков. Первый раз в этом году вырвался на карпика. Буду ловить фидером и буду ловить на волос. Что будет, надеюсь, интересно. Смотрите. Ловить планирую на волос. На монолеске. Поводочка длиной 30 сантиметров на монке. При желании можно сделать это из поводочного материала или из плетеной лески. И вот если этой толщины на сегодняшней рыбалке не будет хватать, то сделаю из плетеночки. Процесс одевания все очень просто. А вот у меня перчик просверленный и небольшой кусочек попапчика. Вот. У меня получилось. Ну что, друзья, первым забиваем, делаем первый заброс. Первый пошел он тут. Отбиваем первые 10 минут. 6.26. Поклевочка. Волос. Два пельчика. Иди сюда, иди. И крупный. Тузики, тузики, карпы, карапузики, да? Нормальные. Небольшие, я больших не люблю. Сейчас тебя. Чё туда? Пузики самое класс. Тузики, тузики, карпы, карапузики. За нижнюю губу, посередине, как положено. Вот. Сезанчик? Да. Это все карпики. Сезанчик. Карпики? Как положено. Вот. Лови, лови. Так. Да. Что перец рогатый. Опять пошел туда. Губу не порвали. Положено, красиво. Ну вот, друзья, вот такой красавчик. Первый. Держи, держи, держи. Вот такой. Первый. Вот такой красивый. Давай. Что ты там говорил, мне перегрызешь? У меня есть ножницы.
Да. Зову. Иди сюда. Карпик, карпик. Боец, боец. Не сдается. Не пущу. Не пущу. Не будет сдаваться. Придется. Куда он денется с подводного в степях Украины? Красавчик. Зацепился. Большой. Такой красивый. Ну, мимо, мимо. Ты мне сразу в садок заводи. Убег. Ага. Ну что ты? Ага. Ага. Ну, ты это сделал. Рыбка там через тычку прошел. Ага. Тихо.
Зеркальные самые сильные, самые прикольные. Разворачивайся, разворачивайся, разворачивайся. Такой красавчик сидеть. Вот такой красавец зеркальный. Уже кто-то его держал на крючке, конкретно пасть порвал ему. Порванный угол. Не, я за верх. Есть рыбочка, рыбочка, рыбочка. Разворачиваю. Разворачиваю. Стоп, стоп. Эй, не надо, не надо, не надо, не надо. Да стоп, 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 я обойду. Обой, Антохан, поднять надо было. Ну что, друзья, вот половил сегодня, первый раз на водоеме. В принципе, пришло понимание, что на данный момент этому водоему нужно. Немножко поймал рыбки, рыбка вся огонь, очень сильная, очень бойкая. Было очень-очень интересно ловить, было много сходов, обрывов, всякие разные красавцы, вот такие длинные. Зеркальная, очень красивая рыба, очень достойная, сильный соперник. Рыбалка удалась. До новых встреч на водоеме, друзья.